Есть Казахстан? Веревку, веревку давайте. Видите? Поймай нас, пожалуйста. Вот, наши уже прибыли. 5 сентября 23 года. На Нью-Йорк, ребята. Встали. Будем сказать, не спали. Вот вечером рыбаки собрались. Собрались в лагерь. Каждый палатка топить стётр. 4 жила. Так, доброе утро. Вот мы приехали на Камчаточку. Сегодня 5 сентября. Время 6:40. В дикие места приехали, страшно дикие. Здесь вот такой лагерь. Но мы прожили ночь. Сейчас вот пойдем рыбачить. Этот лагерь, это вот вон та душевая у нас. Здесь у нас происходит завтрак. А что у нас на завтрак? А на завтрак у нас благоприятная яишенка. Вот она, да. И наши спортсмены. Ахмат, Сабит, Таке, Дмитрий Иванович, малыш Андрей. Ну и я, ваш великолепный дядя Толя. Сегодня уходим. Вот Марат, ну я уже говорил, что у нас 12-кратный чемпион. Для него это дело привычное. Вытащил вот очередного лосося. Это кижуч. Его здесь еще называют серебристый лосось. Это потому, что он имеет такой своеобразный окрас. И его очень часто, и не часто, а в основном называют серебристый лосось. Мара чемпион. Молодец. Река большая. Камчатка. О. Самка. Рыба клюет, но надо работать. Правильно. Пошла жара. Вот наш здесь коллектив рыбачит. Хорошая рыбалка. Сахалин. Ой, Сахалин говорю. Камчатка. А. Камчатка, привет. Салют. Добрый день. Выкинул, да?
Что, Иванович? Работаешь? Работаешь. Клюет? Уже полудохло, но видишь. Полудохло не надо. Масаля, молодец. Опа. Крути. Ну, Толян, это полудохлый. Да. Ну, такой же, как у меня. Работаем. Все, ребята, всем таких удобно. Ну что, за это надо налить? Не, это, по-моему, папка, да. Ой, маленький ребенок. Опа! Есть контакт! Мара, давай тяни. О, хороший. О! 23-й год! Обалденная рыбалка! Аллаха шкур! Такие рахмет! Мы едем на базу! Ваши родные палатки, блин! Ребята сидят, обед пришли. Вот наша база. Вот наш флаг казахстанский. Все рыбаки с Казахстана. Наша бригада. Вот это наша баня. Вот еще один бригада. Едет тоже Владимира в России. Ну как, ребята? Прекрасно. Прошло первый день. Отработали отлично. Молодец. Сейчас после обеда пойдем дальше. Ну вот икра. С каждой рыбы где-то выходит 400-500 грамм икры. Икра свежая. Это та же, да? Самец. Икрой. Самец с икрой. Ну, в среднем рыба весом выходит 3-4 килограмма. Вадим, когда будет готова икра? Как на горохочем, 5 минут и будет готова. Друга. Считайте, мелко еще. Вот наши гости из солнечной Москвы. С каких пор это на солнечной стало? Постоянно. Ну и трофеи, конечно, тоже есть. Трофеи тоже попадались. До 12 килограмм у нас ребята ловили. Возможно, она, эта рыба будет в кадре. Вы это еще увидите. Покажи свои морды. Вот. Так, вижу. Это я не верю. Давай. Какое количество? Какие-то нечего. Вот. Надо договориться. На какое число? Так, вижу. Вот это вот. Да. Собственно, красная рыба, как еще называют кижуча, отличается от многих лососевых характерным окрасом. Мясо не розовое, как у других лососевых, а интенсивно красного цвета. Вот вы сейчас видите на видео. Ну, помимо того, что поймать эту рыбу, как говорится, нужно еще и поработать, прогрохотать ее. Вот что вы сейчас видите, этот процесс. Полный вот я поработал, вот время сегодня утром. А что ты принял? Да, они у тебя полненько. Да, да, и меня. По форме стакана, конечно. Ой, бля, какие хорошие люди. Фото сделайте. Могли еще жить и жить. Артем. Ребята наши соседи из Москвы. Это обычная жизнь в лагере вот протекает, вы видите. Кто-то пьет, кто-то просто жрет. Кто-то кушает, кто-то спит уже. Анатолий занимается гимнастикой, делает приседания. Режиссер читает нотации, вот, как вести себя на водоеме.
вот она, река большая. Название реки как бы соответствует ее размеру. Видите, какая она широкая, сильная, очень сильное течение. Ну, природа Камчатки, тут она очень разнообразная. Здесь вот смотришь, как будто и равнина. Потом туда, если пойти восточнее, то там уже идут горы, вулканы начинаются. Рыбалка. Клёт. О! Самочка, кижечка. Самочка, кижечка. Носик. О. Я вот такой вот вам. О, о, блин, какой красота. О, таким. Кижеч, молодец. Стадом, блин. Молодец, молодец, молодец. Почином, брат. О, рахмет. Я две штуки поймал, ты вот большой, блин. Килограмм пять. Уже. А сегодня утром с такой же поймали. Ну повели его. Ай, красавец, красавец. Кирюха, давай, давай, давай. Бери, бери. Да, подожди. Подожди, подожди. Не торопись. Я в руку порежу. О, брат вытаскивает. Молодец, какая красавица. Вот, 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 вот. Без фанатизма, без форматирования. Ну, пожалуйста, значит. Поздравляю вас. Поймал очередного. Но в этот раз у тебя самец. Самец. Так, у нас обычно нам убивать. В этот давайте. Раз самец. Палку. Нет, палку. Палку забери у него. Тут лежать. Да. Сейчас на обиде.
Ну, Юра тут немножко упал, поскользнулся, потому что рыба сильная, мощная, ударила по ноге. Юра не выдержал этого удара и упал, блин. Вот моя рыбочка. Я же говорю, у нас время до обеда есть. Я ее должен поймать. Ну вот он, красавчик. Красавчик. Вот она рыбалка на Камчатке. На реке большая. Завожу, завожу. Тихо. Иду на тебя. Попал так. И тебе. Еще раз. Сейчас, сейчас я подыму, подыму. Вот так вот. Отлично. Опа. Ну, она нам приглянулась еще, когда мы ехали сюда. Близко. После обеда тут уже на ебе. Лучше смотреть, что даже с косы она работала. Ну-ка, вот он, красавчик. Смотри, какая вода прозрачная. Какой красавец. Колебалка сработала. Ну, молодец, Андрей, чё? Уже не буду говорить, что поздравляю, ты мне так уже надоел. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Георгий, капитан наш, вот, угощает местным деликатесом. За два дня общения поняли, что человек широкого профиля. Он и повар, и филолог, историк по образованию. Рыбак, рыбак по призванию. Повар от души. Вам спасибо, что вы приехали. Георгий, Георгий, я боюсь наступления третьего дня. Ты откроешься нам еще с одной стороны, я так понимаю. Как говорят узбеки, казахи, Рахмат, Рахмет, и всем привет. Коротко, поехали. Ну вот, очередной лосось очень сильный, сопротивляется, не хочет идти в подсак. Ну, все равно ему уже деваться некуда. Сейчас мы его вытащим на борт, посмотрим, кто это, он или она, и отправим в мешок. Кирилл тоже пашет. Не менее 100 баксов. Это поймал наш Маратик. Красавчик. Марат, красавчик. А еще, вот, еще один лежит еще. Вот наш лагерь. Вот здесь уже встречающие на пирсе. Главный режиссер подходит и спрашивает, каков улов? Ну какой может быть улов? Какой может быть улов на реке Большая, на Камчатке? Улов, конечно, шикарный, шикарный улов.